Весь мир узнал об Оксане Федоровой в начале 2000-х, когда она стала обладательницей короны «Мисс Вселенная». С того времени количество поклонников модели только увеличивается, но некоторые из ее публикаций шокируют фанатов. Так, несколько дней назад в личном блоге Федорова поделилась роликом, сделанным в одном из ее путешествий. В видео знаменитость примерив белоснежное платье, эффектно кружится под дождем под композицию «Вечность» от группы «Мачете». Подписчики со всего мира не смогли пройти мимо эффектного видео. В комментариях они обратили внимание, как изменилась внешность телеведущей. По их мнению, бедра Федоровой стали значительно больше, однако это лишь сделало ее еще более привлекательной. Какая вы красивая, настоящая мисс Вселенная. Какое красивое видео, пишут пользователи сети на всех языках. А что скажете вы,